10 лет тюрьмы за 18 авто. На этой неделе в Оренбурге начали рассматривать дело банды, которая занималась кражей российских машин. Пока на скамье подсудимых только один – это главарь и идейный вдохновитель всей преступной схемы. Однако отличился Евгений Григорьев не только своей криминальной фантазией, но и тем, что при задержании сдал всю команду. Но, впрочем, отнюдь не ласковые слова ему сейчас готовы сказать не только они. В суде Григорьева впервые увидели потерпевшие. Из зала суда репортаж Ольги Патрушевой. Их задержали в прошлом году при попытке угнать уже 18-й по счету автомобиль. Все четверо ничего не подозревали, но за бандой следили сотрудники полиции. Расследованием занимались следователи Следственного управления УМВД России по Оренбургской области. Но, наверное, и они не ожидали. Главарь ОПГ Евгений Григорьев рассказал все как на духу. В лицах и мельчайших подробностях. Сама схема проста. Под покровом ночи автомобиль вскрывали, заводили и угоняли. Похищенные автомобили переправлялись в Саракташский район. Действовали все указанные лица в группе, а именно два автомобиля сопровождения, которые один автомобиль передвигался впереди похищенной машины, другой позади, дабы исключить слежку, возможную после совершения хищения автомобиля, и предотвратить остановку сотрудниками правоохранительных органов. На месте автомобили продавали целиком или по запчастям. Технически подкованные мужчины легко справлялись с противоугонками и замками отечественных авто. У него там родственники жили в авиагородке рядом с моим домом как раз. Он ходил мимо и глядел, наверное. У Маргариты банда украла Ниву «Шевроле», у Фюрзы – «Приору». А ведь женщины еще даже не выплатили за свои авто кредиты. Я была вообще на 9-м месяце беременности. Они отслеживали меня до сих пор, там слезы на глазах. 13 мая они меня угнали, 14 я родила. Роды прошли, мне пересказать. Это вообще даже, говорю, шок был. Они отслеживали неделю за мной, я видела просто. От украденного банда избавлялась быстро, а потому от авто уже и болтика не сыскать. А вот пенсионеру Владимиру Круку похищенную «Ласточку» вернули. Но увидев, во что превратилась его новенькая 15-я, чуть не расплакался. Машина убита и в хлам, потому что они в 40-таж на ней не ехали, они просто летели. Подвеска отбитая полностью, это 15 тысяч надо вкладывать. Замок свернули напрочь. При обыске у Григорьева нашли еще и оружие, но за чистосердечный ему положен меньше срок. Грозит 10 лет тюрьмы, но обвинение просит 9. Потерпевшие, в свою очередь, будут требовать возместить им стоимость украденных авто. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев. Наше время.